Мы приехали в Генюк каньон. Примерно мы будем идти 2 километра. Через 500 метров будет спуск на троллей. И через 2 километра будет рафтинг. Мы взяли и рафтинг, и спуск для Ани. Для меня нельзя, потому что я 105, сильно тяжкий. Вот под такой горой мы идем. Просто обалдеть. Тут вот таких вот штучек делают из дерева красивых. Мы прошли уже 1300 метров, еще 700 метров. Вот туда идти. Тут можно попить водички. Богдан набрался сил. У меня, если честно, кружится голова от подъема. Потому что ты поднимаешься вверх, снизу вверх. О, какая она тут вкусная. О. Все, погнали дальше. Нам осталось 200 метров. Богдашка попил водички, зарядился энергией. Вот оттуда мы шли. Уже начался спуск, мы уже почти дошли. Вон Бодя уже готов. Теперь я готов. Я взял дрон, я взял маску. Как это все получится, не знаю, но мы пробуем. Погнали, Богдан? Сейчас попробуем, а то ледяная, ужас. Это круто. Только у меня с каждого прыжка линзы в стороны разлетаются. Богдан тоже решил пройти пеший маршрут, да, Богдан? Мама, а ну-ка, повернитесь. Он держит, он плачет, но он и держится. Молодец. Попросили, чтобы нас немножко прокатнули. Так, мы полпути прошли, осталось еще чуть-чуть, сейчас Богдан пойдет дальше. Спускайся! Мы дошли до вот этой точки, дальше идти уже не будем. Сейчас немножко отогреемся и будем идти уже обратно. Пилот готов на взлет.
Богдан, молодец. Давай кулачок. Идем за мороженым. Давай, покажи. И что это, Богдан? Кто ты? Так, у нас последний пит-стоп перед спуском. Попили водички. Богдан отдыхает. Маме фоточку. Захотели к водопаду, да? Мама полетела. Говорит, на Радоновом озере у нас. У нас в Украине. Покруче, да. Ну там давай. Высота побольше. Раздевайся и догоняй нас. Мама. Аня, ты выжил? Тут есть перевалочный пункт. Можно мороженка покушать, перекусить бургерами, яичницами всякими. Он один довольный турист. Махал, махал. Мы уже пришли обратно. Мы это сделали. И очередное место крутое было покорено. Так скажу вам, это стоит того. Да, подняться тяжело пешком. Те, кто там, не знаю, да, все люди поднимаются. Тут 2 километра в гору к этому каньону, потом каньон вплавь. Богдан выдержал, у мамы на спине. Молодец. Все хорошо. Сейчас поел мороженое, его отпустило. Стоит 165 лир взрослый, 85 лир детский. И Аня еще спустилась на канатной дороге. Мы очень довольны, едем отдыхать. У нас еще час. И на квадроцикле. Утречком мы были в Генюк каньоне, а сейчас где-то тут рядом нас ведут на квадроцикле. Тут парковочка. Подготовили нам квадрики. Будем садиться. Гоняем, Богдан! Побежал, побежал. Занимай места, Богдан. Ну как? Круто, да? Мне очень-очень-очень понравилось. И реально, нельзя сравнить с квадриками в Египте. Совсем другое дело. Другое дело. И там классно, и тут классно вообще. Вот этот парень нас катал. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Все, поехали домой.
из Эльдорадо. Какая румяненькая. Осьминожек. Кальмар. Очень свежий и вкусный. И смотрите, нам приносят, что нам еще принесли. Боже, боже, боже. Красиво, да, Богдан? Смотри, какая креветка, Богдан. И мы одни. И мы тут вообще никого нет. Тихонько. У нас там сад апельсиновый. Вон. И креветочки. Супер. Класс. Вау. С днем рождения, девочки. Спасибо. Вот такой вот жест ребята делают. Happy birthday, Anna. Спасибо. Раз, два, три. Молодцы.